Обсуждение программы молодежной политики продолжалось без малого 2 месяца. За это время были учтены пожелания как сотрудников департамента и депутатов Думы, так и самой целевой аудитории, ради кого и разработан проект. Объективно, молодежи, попадающей под программу, не так и много. В 19 властях края, по официальной статистике, проживает не более 5000 человек в возрасте от 16 до 30 лет, или 16% от всего населения. Главными причинами непрерывного сокращения выступают стандартные для всей республики. Массовый отъезд за рубеж и перемещение в крупные города для учебы и последующего трудоустройства. Программа рассчитана до 2017 года и включает 6 приоритетов. В числе ключевых – организация производственной занятости и мест проведения досуга. Перед начатием составления стратегии мы проводили опрос среди молодых людей в возрасте с 15 до 25 лет об их самых актуальных проблемах, о том, что они предпочитают делать в своем крае, может быть, какие направления нам нужно разрабатывать более интенсивней. И было выявлено то, что, безусловно, молодым людям не хватает рабочих мест у нас в крае, что они хотят у нас остаться, но у них не остается выбора, потому что нужно планировать свою дальнейшую жизнь. В этапе одного из проектов мы провели более углубленные анализы и более углубленное анкетирование по поводу того, что ребятам не хватает на данный момент больше всего. Поразило то, что самое большое количество ребят отметило то, что у них нет своих мест, где они могли бы собираться и проводить свое свободное время. Другим принятым проектом «Улучшим свое настоящее» администрация края как раз и пытается решить проблему организации досуга. В рамках объявленного конкурса до середины ноября молодежные общественные организации или просто незарегистрированные группы в письменном виде могут подавать свои идеи на получение финансирования. Общая смета в 1500 латов будет поделена между несколькими победителями, наиболее полно и убедительно описавшими свой проект.